Почтить память коллеги и установить новую могильную плиту собрались представители городской ветеранской организации МВД на кладбище в местечке Балино. В 27 лет трагически оборвалась жизнь Бориса Курносова. Молодой сотрудник милиции был зверски зарублен топором при исполнении служебного долга. Злоумышленники хотели завладеть табельным оружием офицера. Случилось это 64 года назад. С тех пор здесь и стоял памятник. Убийцы его были найдены буквально через 2 дня. Состоялся открытый суд в городе Иванове, и принято решение единогласно судьи приняли решение расстрелять убийц сотрудника. В середине прошлого века это дело привлекло внимание общественности. Когда резонанс утих, про могилу забыли. Родственников у Бориса Курносова не осталось, жениться он не успел. Инициатива собрать деньги, установить памятник вместо разрушенного поступила от ветеранов. Мы всем миром, ветераны, действующие сотрудники, наши спонсоры, собрали необходимую сумму, купили памятник, значит, его привели в соответствующий вид, сами его установили, и вот сегодня состоялось торжественное открытие этого памятника. Ветераны пообещали, что будут ухаживать за могилой. Максим Серебряков, Анатолий Лодинов, РТВ Иваново.